Единственный в Японии тренер по самбо Ямада Сюндзи сопроводил своих воспитанников на турнир в Россию. Схватки проходили во Владивостоке, а позже японцы решили проехать с небольшим туром по городам края, чтобы перенять опыт у спортсменов, в чьей стране зародился этот вид борьбы. Японская команда самбистов доехала до Уссурийска. Местные воспитанники и девушки из страны восходящего солнца познакомились на турнире во Владивостоке. Азиатские спортсменки составили достойную конкуренцию уссурийцам. Они делали броски, бросковая техника. Меньше работали в партере, достаточно физически крепкие спортсмены. Риск на турнире представили воспитанники Кристины Сташкевич и Елены Селезневой. Местные борцы взошли на пьедестал почета. Особенно сложная участь выпала уссурийским выпускницам. Им всего 17, а выступать пришлось во взрослой возрастной категории. Виктория Блинова сумела отвоевать себе бронзовую медаль. Сложновато было, конечно, не так, как по своему году бороться. И физику чувствовалось, и техника. Совместная тренировка японских и уссурийских спортсменов проходила в привычном режиме. Сначала разминка, потом отработка приемов. Правда, у гостей было легкое недоумение от разминочных упражнений, потому что дома они ничего подобного не делали. Базовая подготовка японок – дзюдо. Эти девушки – победительницы и призеры первенства Японии именно в этом единоборстве. И хорошо знают об успехах российского президента в дзюдо. Мы только сражались с японскими спортсменами. Пока нам далеко до Путина. Но как наберемся опыта, можно и попробовать спарринг. Японские спортсмены уехали на родину и теперь ждут уссурийцев с ответным визитом.